Алекс, Петра, Константин, кажется, вы единственный, кто предвещает победу Трампу. Большинство сходится на том, что разрыв только увеличивается в пользу демократов. Это он посмеивается. Ну, два обстоятельства, на которые я бы хотел обратить на ваше внимание. Вот только что я разместил информацию института Като, который провел социологический опрос и выяснил, что американцы в большинстве боятся высказывать собственное мнение, потому что это может повредить карьере, потому что это может оскорбить окружающих, ну, в общем, нанести какой-то ущерб им самим. И они не говорят правду, что они думают. Это, кстати, означает, что на социологические опросы, значит, достоверной информации нету. Вот. Но они просто скрывают. Там в Советском Союзе это было, там КГБ боялись. А здесь они боятся, так сказать, не быть достаточно политкорректными. Политкорректность сейчас приняла форму, ну, я бы сказал, извращенную. Это вот поддержка Black Lives Matter. И, насколько я понимаю, они не хотят об этом говорить, но им это не нравится, американцам. Вот. Я не говорю о молодежи, которая, ну, серьезно зомбирована. Это раз. Значит, во-вторых, Алекс, Петра, ну, не будет существенного смещения. Вот эти старички в демократической партии, которые там проповедуют социализм, всякие радикальные идеи, но это все от отчаяния. Партия ослабляется, влияние партии, их влияние ослабляется. К ним уже несерьезно относятся, ну, и Нэнси Пелоси, и Байден, и Берни Сандерс. Они уходят, просто время кончается, так сказать, время жизни, время активной деятельности. И они это понимают. Вот. Я не думаю, что как-то существенно будет отличаться политика Соединенных Штатов, если вдруг победят демократы. Хотя я продолжаю не верить этому. Ну, напугали общество. Там 15% черные, там, ну, еще цветные, там, процентов 15%. На 70% это белое население, белые избиратели, которых напугали. Ну, можно вычесть еще какую-то активную часть там молодежи зомбированной. Но вот это старшее поколение, оно в ужасе, я это вижу. В ужасе от... Никто не спорит, это в культуре американцев присутствует этот фактор. За обедом о политике никто не говорит. Вот. Но они видят, что происходит. Горят здания, грабятся магазины. Демократы это все поддерживают. Им это не нравится. Это сказывается на их жизни и
там дети зомбированные тоже это как-то, знаете, ну, поколения должны отличаться друг от друга, но не становиться вот такими прямыми врагами, как сейчас это происходит. Так что я продолжаю настаивать на том, что Трамп остается президентом и побеждает. И что-то со мной спорить никто не хочет. Это тоже меня, кстати говоря, пугает. Один нашелся Георгий, но ставку 50 на 50 не принял. Сказал, что так не будет спорить. Там, мы поспорили там 3-1. Я поставил $300, он 120. Ну, почти 3-1. Вот остальные, кто-то тут появился. Там, вы не правы. Я говорю, ну, давайте поспорим на $100. Подписчик какой-то постоянный. Он, нет, только на 100 рублей. Чего вдруг? Странная ситуация, вы знаете, она мне не до конца понятна. Вот многое из того, что мне не было понятно, институт Ката открыл мне глаза. Видите, они боятся говорить, вот эта политкорректность, выкручивание рук. Это новый фактор, необычный, очень сильный и явно присутствует в политической жизни.